Гостеприимно открыл свои двери для дошколят сад номер 55, что в Черемушках. Сюда с нового учебного года пойдут 170 малышей, в том числе из ближайших домов. Район активно застраивается, а дошкольных учреждений тут до сих пор не было. Сегодня ребята вместе с родителями пришли на долгожданный праздник. И пока взрослые готовились начать торжества, опробовали все, что есть на площадках. А есть тут многое. Дальше как положено. Построение перед входом, вручение огромного символического ключа, слова поздравления и развязание красной ленты. Ну что, пойдем? А внутри настоящая сказка. Например, большой тренажерный зал, специально для тех, у кого энергии хоть отбавляй. Еще одно отличие садика от всех ранее построенных – компьютерный класс. Развивающие занятия тут будут проводить со всеми, кому 4 года и больше. Ударопрочные детские гаджеты уже заряжаются и ждут своих юных пользователей. В безопасной пленке, то есть нам, когда устанавливали, они его вот так вот бросали и вот так бросали. То есть на ребро падает, вот так падает, оно тоже не ударяется, ну потому что это дети. Если так падает, не ударяется, то есть оно не разбивается, он прям кидал, но я не рискую. Каждому ребенку по айпаду, да, здесь каждому. Сидит воспитатель здесь и сидит контролирует. В саду номер 55 есть группы для детей ясельного возраста, что очень важно сегодня, ведь очередь из ребят младше 3 лет в городе пока еще имеется. Дамир, которому год и 4, в новый садик влюбился с первого взгляда, как и его мама. Детский сад нам очень нравится, когда он еще строился, мы приходили, рассматривали, тут, что здесь есть, пытались в окна заглянуть, все нравилось, сейчас появилась возможность зайти изнутри, все посмотреть, нравится нам этот садик, все в нем красиво, все хорошо, нравится, как здесь оборудовано. Этот детсад стал вторым построенным в городе с нуля за последние 15 лет. Деньги в него вложены из городского, областного и федерального бюджетов. А буквально на днях в Благовещенске откроется еще один подобный садик на 170 мест в микрорайоне Солнечном. Об этом рассказал градоначальник. Учреждению осталось пройти процедуру приемки. Но и на этом дело не закончится. И наша задача еще в микрорайоне на улице Воронкова. Корпус мы приняли один от АМГУ. Там уже начатые проектные работы, то есть начали уже рабочие заходить. То есть там тоже садик на 170 мест. И в этом году мы заложим камень на садик еще один 340 мест, который будет строиться в 2015 году. Анна Шадрина, Александр Матвеев, программа «Город».